Добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы поговорим о советском перочинном ножике. Как бы производитель неизвестен, что он советский. Здесь вот выдает цена. Цена 1 рубль 20 копеек. То есть такой перочинный походный ножик. Тут всего у него три функции. Это штопор, непосредственно штопор, непосредственно сам нож, вот такой вот, и походная такая вилочка. Опять же смотрим, лезвие у нас 5,5 сантиметров в полную длину с лезвием. Получается он 13,5 сантиметра. Вот такой вот советский ножик. Таких было великое множество в Советском Союзе. Вот такой походный ножик. В сложном состоянии 8 сантиметров. Всем, у кого есть такой же советский походный нож, ставьте лайки. Кто что вспомнит, может, у кого-то был такой раньше, кто ходил с таким в походы, тоже пишите комментарии. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.